Отец получил. Отец 5. Шашки в 2. Так как тетя. Понимаете, можно делить самый гениальный, самый лучший спортсмен, самый сильный шахматист. Ну, я думаю, что сильнее Каспарова никто не играл. Вот. Если спортсмен, то можно между Карповым, Кочным там выбирать. А если по гениальности, то я бы поставил Бронштейна. Ну, может быть, Таля. Ну, в разные годы по-разному. Сейчас плаваю. А вообще легкая атлетика, конечно, лучше всего.